Надо будет закрыть. Когда им закрыли, остальное он там закрыл. Как закрыл? Да, поставили, что-то этаж сделали, дорогу подарили. Этот человек всегда был передо мной. У него была яркая, очень насыщенная жизнь. Своей прямотой и честностью он мог сказать в глаза любому человеку, иногда он за это наживал себе врагов. Но это был человек непереломимый. Яркая, величная жизнь его была всех нашего города на наших глазах. Сегодня была поездка большая потеря. Человек, патриот, человек-герой, тот человек, который этот город любит. Здесь стоит много моих товарищей, которые с ним служили, в том числе и я, которые отлично знают. Он не жалел, ни себя, ничего не жалел для других. Я хочу сказать, что накануне еще буквально разговаривали. Хорошее настроение, столько планов, столько желания сделать что-то нового, хорошего для нашего маленького города. Да герой ты и есть. И пускай та звезда не дошла до тебя, будем помнить всегда, и скорбя, и любя. И вот уже четверть века он, будучи нашим командиром бессменным в нашем городе, в нашем районе Алапаевском, он всегда отличался тем, что видел вперед, вел за собой коллектив. В городе он был значимой фигурой. И все мы сегодня скорбим об утере своего товарища. Вечная ему память, вечный покой. Земля ему пухом. Безурядного человека, любящего сына, отца, дедушку. Пройдя боевой путь в Афганистане, он и на гражданке остался солдатом. Уважаемые родные, дорогие земляки, мы приехали со своими боевыми товарищами из Екатеринбурга, и чтобы почтить память этого светлого человека от имени всего ветеранского сообщества. И чтобы первый бюст вот здесь поставить, бюст Димы Хлюпина. Уважаемые земляки, сегодня мы прощаемся с нашим алапаевцем, одним из там, ярких алапаевцев. Точно мужиком русским нашего города, русским офицером,
как и каждого мужика, были враги. Правда сегодня. У каждого нормального мужика немного друзей. Сегодня они все здесь. Мы скорбим. Каждый по-своему знал. Каждому по-своему он был дорог. Уважаемые родственники, дорогие друзья, трудно говорить о Дмитрии Рудольфовиче в прошедшем времени. Трудно по той простой причине, что жил он на разрыв аорты и делал все так, как будто в последний раз. Человек, который не гнушался ни физической работы, ни умственного труда. Человек, который при жизни делал добро бескорыстно и от чистого сердца. Я хочу сказать по поводу возведения памятника. Мы много лет начинали эту историю возведением памятника. Много лет шли к этому. И все-таки останавливались, снова вопрос поднимали. И все равно Дима дошел до конечного, до своей цели. Возвел нам памятник. И я думаю, что он оставил нам настоящую капитальную память. И мы всегда будем помнить его. Голди. Поэтому всех просьба принять участие. Thank you.